солнышко. Ну, хоть на секундочку. Копать, хоронить, ты что? Ничего, я одним глазком. Ты вампир! Никакого солнца! Разговор окончен. Вампир, солнце, запрещено. И скипетр под замком в своем сейфе сохранит. Что же делать? Все же хорошо, что я остался человеком. Жить вечно круто, но мне и так нормально. Я должна что-то придумать. О, точно! Может, в интернете есть идея, как вампиру стать человеком? Я могу вернуть Алису взамен на палку колбасы. Вот же ответ. Мне нужен собачий король. Он точно знает, что делать. Ваше Величество, вы такой умный, вы такой красивый. Продолжай. Вы все знаете, ваше могущество безграничное. Ближе к делу. Как мне стать снова человеком? А? Бесплатно не консультирую. Простите, конечно, конечно. Примите эти дары. Вау! Ну вот, так бы и сразу. Так что ты хотела? Ну я это... Как стать снова человеком? В прошлый раз вы меня из собаки сделали вампиром. А в человека сможете? Капни две капли в напиток и произнеси «Человек!» Делай глоток. И все, я стану человеком. Все так просто. Я побежал. Сейчас бы холодной колы. Пойду посмотрю, что есть дома. Готово. Какая жара, у меня все в горле пересохло. Кстати, знаешь, кто мне приснился? Дракон. Нет! Ты чего? На, тут еще осталось. Может, не сработает, может, не сработает. Алиса, что со мной? И что мне теперь делать? Так, ничего, напиток еще остался. Я стану человеком, потом расколдую рому и... Правда, я не знаю, как это сделать. Ну и жара сегодня даже здесь. Ого, откуда у тебя дракон? Копать, хоронить. Ситуация вышла из-под контроля.